Добрый день всем! Сегодня я вам покажу свою покупочку с сайта Wildberries, и это кроссовки Crosby. Как вы уже знаете, в связи со сложившейся политической ситуацией в нашей стране, сайт nike.com ограничил доставку и покупку товаров для российских пользователей. Поэтому, конечно же, приходилось искать аналоги и желательно качественного уровня. Честно скажу, посетив магазин Sportmaster, я не увидела нормальные качественные кроссовки, в том числе компании Nike, то есть это какая-то непонятная тема с этими кроссовками, поэтому даже обсуждать я их не буду. Тема сегодняшнего видео – это покупка и распаковка кроссовочек от компании Crosby. Ну, конечно же, коробка, как вы понимаете, пришла уже такая, то есть здесь уже никаких нареканий к поставщику нет. Главное, что кроссовки пришли целыми и невредимыми. И давайте посмотрим. Ранее я покупала у этой компании кеды из хлопка. То есть это очень хорошие кедики такого нежно-пастельно-розового цвета. Ссылочку на распаковку этих кед я вам тоже кину здесь в этом видео, можете посмотреть. Эти кроссовки я купила с огромной скидкой. Они были что-то в районе 2500 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. И давайте же посмотрим. Что самое главное плюсовое в этих кроссовочках? Конечно же, это удобство. То есть мне нравится, что здесь, вот в этой части ноги, достаточно широкое поле. Они для меня как тапочки. То есть я искала такие кроссовки, да, в которые вот можно вступить, скажем так, да, одеть и чувствовать себя как в таких легких тапочках, и, соответственно, чтобы у меня нигде не стягивало ногу, ни в какой части. Здесь вы можете видеть, сейчас я, наверное, уберу эту коробку, чтобы она нам не мешала, хотя, не знаю, может быть, я оставлю. Давайте сейчас уберем. Так, ну, самое главное, цвет у этих кроссовочек, конечно же, беленький, с вкраплениями сероватого. Сейчас я вытащу. Ну, вы можете видеть, там есть небольшое пятно, скорее всего, это от клея. Ну и, соответственно, вы можете видеть размер. Конечно, по своим характеристикам, сейчас постараюсь показать. Я все-таки люблю всегда показывать ткань обуви, потому что для меня это очень важно. Возможно, и для тех, кто ищет свою обувь качественную, тоже будет это все полезно. Но вы можете видеть, да, что здесь идет склейка. Подошва такая обычная, не прорезиненная. Ну и здесь вы можете видеть шнуровку. В принципе, вид сзади у этих кроссовок тоже неплохой. То есть для меня очень важно было именно сама пяточка, как это будет выглядеть. Что-то подобное я искала, опять же, повторюсь, как в предыдущих кроссовках Nike, которые у меня были. Вот, кстати говоря, здесь написано, что 2022 года, то есть я так понимаю, что это модель именно этого года, ну не знаю. Вот такой вот значок Crosby, честно говоря, не знаю, я первый раз его вижу, но может быть это какая-то новинка, может быть ребрендинг произошел. И самое главное, конечно, это пяточка, как я вот повторюсь. В принципе, здесь прям супер-пупер, какого-то нововведения в кроссах нет, бустера никакого нет. Вот такая вот ткань, то есть, ну, как вы можете видеть, вот, ну, обычная, да, что сказать. Единственное, из-за чего я переживаю, конечно, это то, что они могут очень быстро, как вы понимаете, стать черными. И тут, конечно, меня терзают сомнения, потому что вот из этой ткани, это какая-то очень плотная сеточка, я не знаю, как ее выводить. Ну, в принципе, конечно, можно почитать, посмотреть, но, как вы можете видеть, то есть
нет такого, да, что я вот нажимаю, допустим, и именно в одной точке идет прогиб, то есть вы понимаете, что это вот такая вот ткань, ну, я не могу сказать, что она некачественная, наверное, в своем роде для этих кроссовок она неплохая, но другого выбора не было. В принципе, кроссовки стильные, у них еще там есть вторая цветовая гамма. Если кто успеет, может ее также заказать. Вот, в принципе, кроссовки неплохие, еще раз повторюсь. Я их взяла. Да, и самое главное, кстати, вот забыла вам показать саму подошву. Сама подошва выглядит вот таким вот образом. То есть вы можете видеть рельеф. Даже вы видите, как с краев, да, идет небольшая такая впуклость в середину самого кроссовочка. В принципе, конечно же, они будут скользить, это однозначно. Вот, не знаю, как в дождь. Но, в принципе, у меня похожие кроссовки вот с такой же вот подошвой есть от фирмы Demix. Не знаю, по-моему, я не делала распаковку. Вот, но, в принципе, неплохие на вид. Не знаю, я думаю, что они один год, даже, может быть, полтора года вполне себе проживут. Вот, так что, в принципе, аналоги, конечно же, можно найти. Жаль, конечно, что нельзя приобрести обувь той фирмы, к которой мы привыкли. Я думаю, что я не одна такая. И думаю, что найдутся люди, кто меня в этом плане поддержит. Но, в принципе, выбирая между, еще раз, кроссовками в магазине Sportmaster и другими фирмами, все-таки склоняюсь я к другим фирмам. Думала я, конечно, про AliExpress, но, опять же, мне нужны кроссовочки именно на лето, легкие, как тапочки, и не было просто банально времени сидеть, выбирать, потому что там очень большой выбор. И опять же, качество может быть не всегда таким, каким его описывают продавец. Вот, так что вот такие вот обычные кроссовочки. Но, в принципе, за 2500 я считаю, что, конечно, это неплохой такой вариант. Но, конечно же, повторюсь, что надеюсь, что в ближайшее время ситуация как-то вообще решится, и мы вернемся к привычной жизни, к возможности заказывать обувь, к которой мы опять же привыкли, либо, возможно, наш российский производитель, допустим, как вот компания Moffberg, кстати говоря, кто знает, это тоже компания, которая делает натуральную обувь кожаную и на российском рынке, и у них очень много поклонников. Вот, либо это будет Франческо Донни тоже, да, неплохая обувь. Может быть, что-то и они придумают, что-то интересное и удобное именно для спортсменов и по средней цене. То есть и никто не говорит про бюджетную цену, речь идет про среднюю цену. Можно даже в районе там 5000 рублей, но это должно быть что-то очень хорошее, да, это должно быть качественное, легко дышащая сеточка, желательно с бустером и вообще, чтобы ноге было комфортно. Вот, ну что же, очень много слов я сегодня наговорила вам про кроссовочки и про воспоминания о кроссовках Nike, конечно. Вот, так что вот такая вот распаковочка. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Всем хорошего дня, всем пока-пока.